И вот на стадионе Челябинского тракторного завода состоялся первый матч на первенство страны по хоккею. Играют спортсмены московского «Динамо» и челябинского «Авангарда». С атакой москвичей, они в черно-белой форме, внимательно следит тренер Чернышов. Сейчас на ледяном поле происходит проверка тактических замыслов, длительных тренировок. Счет открыт. Шайба вновь введена в игру. Первая встреча окончилась победой динамовцев. Борьба за первенство продолжается.